Всем привет! В этом видео я покажу, как легко, просто и быстро сварить варенье пятиминутку из черной смородины. Такое варенье готовится очень быстро, прекрасно хранится при обычной комнатной температуре. Ягодки получаются целые, а само варенье непереваренное и очень ароматное и вкусное. Для начала приготовим сироп. Для этого в кастрюлю у меня из нержавейки я наливаю 1,5 стакана воды, высыпаю 1,5 килограмма сахара. В описании под видео я указала пропорцию воды и сахара на 1 килограмм ягод. Исходя из нее, вы можете легко посчитать нужное количество. Кастрюлю с сахаром и водой я ставлю на сильный огонь и, помешивая, жду растворения сахара. Когда сахар растворился и сироп начал закипать, высыпаем в кастрюлю подготовленные ягоды черной смородины. У меня на видео 1,5 килограмма. Смородину предварительно нужно перебрать, помыть и просушить. Аккуратно перемешиваем ягоды с сиропом и ждем закипания. С момента закипания я варю варенье 5-7 минут, не дольше. Пенку, которая образовывается сверху, нужно снять, но без фанатизма. Не забывайте, что в этой пенке содержится очень много желирующих веществ, которые впоследствии сделают варенье желеобразным. К моменту окончания варки у вас должны быть готовы стерильные баночки и стерильные крышки. Банки я не стерилизую, просто промываю с содой и ошпариваю кипятком, а крышки провариваю в течение 5 минут в кастрюльке с водой. Из 1,5 килограммов ягод у меня получилось 5 банок объемом по 400 мл и 1 мисочка объемом 250 мл. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам удачных заготовок, всего доброго, хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч! Пока-пока!